Брастаўчане ўрачыста запалілі агні на адной з гарадскіх ёлак. Наш корэспандэнт Марыя Вяжурка таксама стала сведкай гэтай падзеі. Одной из первых предвестниц надыходящего Нового года стала святочная елка для администрации Московского района. Поглядеть казачное представление и покричать «Елочка горы» тут собрались маленькие жихары района с батьками. Конечно, любим. А кто у нас не любит Новый год? Конечно, любим. А как готовимся? Ну, стараемся, чтобы этот день было всем весело, чтобы этот год чем-то запомнился, чтобы была какая-то изюминка, что-то такое вот новенькое обязательно. Новый год – это вообще самый большой праздник, по-моему, в году. Самый торжественный, семейный, обязательно с семьей. Иллюминация, выступления артистов, танцы – все это створяет неповторную атмосферу веселости. Змерзлых уже было глядачов, разогрел оркестр внутренних войск. Тех, кто у теплыни атмосферы не переконался, на власном прикладе переконали маржи. При температуре крыху выше за нуль, яны самоотдано обливались водой. А во урочистый момент запальвания огней новогодней пригожуни у чараўніцтва, сдается, поверили навод дорослые. До свята застается усяго несколько тыдняў, а Новый год, как известно, час подведения выников и продумывания планов на будущий год. Наши ученики в этом году положили в шкатулку Московского района 57 золотых и 5 серебряных медалей. В этом году мы ввели по льготному кредитованию жилья на 33 тысячи квадратных метров и заселили 479 новых семей. В этом году мы приросли на 1500 новых жителей. Я о достижениях могу говорить многое, но хочу пожелать нашим жителям самое главное, им и их семьям самое главное – крепкого здоровья, благополучия, исполнения желаний. Головная елка Бреста запалит свои святочные агентчики у субботу 19 снежня на площади Ленина. Мария Вечорка, Сергей Матвійчук, телерадиокомпания «Брест».